Чувак, знаешь что? Вальхейм вышел на Mac. Я не знаю, как давно, недавно. Я охуел, я не удержался и скачал. И короче, чувак, давай играть в Вальхейм снова, как когда три года назад, даже больше. 3 года прошло, ебать. Я сейчас тебе такое покажу, ты просто охуеешь. Вообще, я играю последние, не знаю, 4, 5, 6 часов с мыслями, что как будто бы мы вместе играем, и ты тут где-то шароебишься, тоже бегаешь. Ну, потому что вот тут вот сплошной вайб просто всего этого. И я, короче, ебашил дом, не знаю, часа 3. Я хотел просто хату маленькую расширить, стартовую, знаешь, такие домики спавнятся, типа. И что-то понеслась, пиздец. И я вот все время, что его строил, я представлял, что ты, короче, где-то там медную руду, короче, копаешь. И такой, типа, сейчас придешь и охуеешь. Вот я все время его строил с мыслями, типа, сейчас Даник придет, посмотрит и такой, ебать, Миша построил что-то такое. Типа, тут был такой маленький дом 3 на 3. Вот тут. И я такой, ну я его немного расширю, просто чтобы все влезало, сундуки, там верстаки. И, короче, нахуй, 3 часа. Самое ебалово было построить в этом доме крышу. Помнишь, мы с тобой дома какие строили? Вот, мне кажется, я сейчас случайно ебанул еще самый крутой дом вообще. Самое ебалово было крышу построить. Вот тут все вот это нахуй, вот это вот все вот так вот крутить, соединить, это пиздец. И из-за того, что еще красиво это сделать, и еще чтобы дым выходил от костра, ну ты знаешь, как тут работает этот дым, помнишь, да? И я такой ебашил, и у меня тут крыша не получалась, и случайно второй этаж получился. И тут все это выстроить, все это вот так вот. Короче, я прям вот представлял, что ты сейчас такой, короче, там медной руды уже накопал, такой весь в меди, такой идешь и такой, ебать, дом, охуеть. Тут пустовато, потому что по прогрессии в игре я дошел не очень далеко. Ну, короче, дом был вот такой, типа, 3 на 3 или на 4, и все, изначально. Собственно, стоит костерок с выходом туда. Получается такая углекислая зона, банька-парилка. Это баг от старого дома, который, собственно, тут заспавнился, и на нем на крыше была такая хуйня. Вот, и оказывается, она не исчезает. Собственно, видишь, две кровати. Ну, не для меня ж одного. Видишь, не занятые. Нужно, чтобы их кто-то занял. И я пока думал, как придумать сундуки разместить, вообще ебать систему придумал, пиздец, сам кайфанул. Во-первых, ну располагаешь их вот так, мы так делали с тобой, но их можно расположить в два ряда и перекрыть стеночками на таких три секции, а еще если поставить, блять, дерева нету, сейчас покажу. Если поставить, короче, вообще просто мы до такого даже не думались. Если поставить вот так вот блок, потом вот так вот блок, то получится вот так вот приебашить панельку вот эту вот так вот наверх, на эти штуки. И... Да ёбаный рот, да сука. И получается вот такая вот подписи ко всем сундукам, где ты все складываешь, помещается куча всего. Вот я немножко меди накопал, но я не могу ее переплавить, потому что плавили, нет, надо идти за ядрами Суртлинга. Короче, все вспоминаю, ничего не помню, как играть, вот всем разбирался. Ну, короче, такой ебищий дом, тут еще кузницу можно поставить, куча всего. И, Даник, мне одиноко, мы должны вместе тут с тобой это по этому дому бегать, там со всеми воевать, рубить эти ебаные деревья. Драться с ебаными этими кабанами. Ты помнишь вот это вот? Ты такой стоишь, такой рубишь. Блин, ну это же вот... Я поиграл прикольно, да. Ну, надо вдвоем. Одному... Чё смысл, я буду это один играть? Правильно? Правильно. Все, Даник, я тебя жду. Будем с тобой проходить вместе. Начнем с нового мира. Но можем и с этого дома начать, в принципе, тоже. Потому что я, ебать, его долго строил.
Там куча апдейтов вышло. Нам пора играть, чувак.